Стоимость билетов на чемпионат Европы по футболу составит от 30 до 600 евро. В кассах их приобрести будет нельзя, а только через официальный портал. Не существует других официальных каналов по продаже билетов. Если билеты продаются, то только через портал UEFA.com. Оплатить билет необходимо в евро. Кроме граждан, принимающих стран, которые смогут расплачиваться украинскими гривнами и польскими злотыми, оплата будет производиться кредитной картой. С 1 февраля началась регистрация на портале по продаже билетов. Заказ на покупку можно будет оставить в течение марта. В случае, если заявок будет больше, чем билетов, в апреле обладатели билетов определят с помощью лотереи. Оплатить заказанный билет можно будет в декабре, а получить непосредственно перед матчем. Иметь билет на руках можно будет прямо перед турниром. Это распространенная практика, и она доказала, что это правильный путь по многим причинам. Во-первых, это уменьшает какие-либо шансы подделать билеты. Во-вторых, фанаты получают билеты тогда, когда они им действительно нужны, а не за год, когда они могут их потерять. При этом впервые билет можно будет перепродать, выставив его на официальном портале. Общее число билетов, которые поступят в продажу – 1,4 миллиона. Во время турнира продажа билетов производиться не будет. NTD, Киев, Украина.